Так, всем привет. Тут приехали полицейские, рассказать мне, что дороги перекрывать нехорошо. Вот. Сейчас мы посмотрим, что они расскажут. Да я здесь постою. Познакомьтесь, пожалуйста. Да вы сядьте в машину, чтобы ветер не дует. Да все нормально, не волнуйтесь. Ваши действия при проведении мероприятия должны соответствовать требованиям федерального закона. Предупреждаю вас, что в случае создания помех для движения автотранспорта, проводимого вами мероприятия, вы будете признаны как организатор и участник несогласованного с местного самоуправления публичного мероприятия и привлечены к административной ответственности по статье 20.2 КАП РФ. Санкции, которые предусматривают штраф, обязательные работы и административный арест. Те, что ознакомились, распишитесь. Все, себе одну можете забрать бумажку. Нет, я ничего подписывать не буду. Что ознакомил-то я вас, вы напишите. Нет. Вот тут-то не надо ничего, просто ознакомлюсь. Нет, мне адвокат сказал ничего не подписывать. Я ничего подписывать не буду. Почему? Мне адвокат так посоветовал, ничего не подписывать, я ничего не буду подписывать. Странно. Почему? По совету адвоката. Я не собираюсь ничего подписывать. Я ничего не нарушал, противозаконного ничего не совершал. Нет, тут не нарушение, тут что вы митинговать будете, что транспортные средства, чтобы на дороге не выставляли, на обочине парковались, а на дорогу не перегораживали. Насколько я знаю, нам же парковку там разрешили на парковочной территории. Нет, вот вам, вы же разговаривали с начальником? Да, разговаривал. Да вы снимаете. Да, конечно. Ну, с начальником разговаривали, созванивались же. Он позвонил, что он сказал? Да. А он сказал, что я якобы являюсь зачинщиком. Ну, нет, вот. Он сказал, чтобы... Вы организатор? Я не организатор. А кто Альберт, организатор? Альберт организатор, это насколько кто? Я знаю. Ну, руководитель группы ДТП-38. Да. Да. Ну, вот, он пояснил вам, чтобы вы парковались вдоль проезжей части, не перегораживая дорогу транспортным средствам, которые двигаются, правильно? А, на самом деле он мне не пояснял, как парковаться. Вот. Я не являюсь организатором акции. Вот. Давайте я тогда тоже запишу, чтобы ему сказали. Хорошо? Хорошо, записываю. Пусть смотрит. Скажут, не поверят еще. Давайте, представляйтесь, чтобы я вам передал. Ведерников Павел. Я не являюсь организатором данной акции. Вот. Я хочу принять в ней участие. Никаких блокировок дорог не планировалось. А если вопрос был по поводу того комментария, то люди вообще знают, что когда пишется шутка, то там есть смайлик. В моем комментарии есть смайлик, можете проверить. Соответственно, никого. Сотрудник очень просит сказать, что я прочитал. Я прочитал. Ознакомились, правильно? Адвокат советует мне ничего не подписывать, я подписывать не буду. Вот, соответственно, и блокировать никакие дороги мы не собираемся. У нас акция. Будете парковаться параллельно проезжей части, правильно? Ну а вот у нас парковка, которая где раньше тут. Ну, не мешать транспортным средствам потоку, правильно? Да. Ехать. Да, все верно. Правильно. Спасибо. Не за что. До свидания. Всем привет. Ну вот. Сотрудники очень просят передать всем, что блокировать дороги нехорошо. Это противозаконно. Может повлечь административную ответственность, штраф, исправительные работы и арест. Так что, ребята, паркуемся параллельно проезжей части. Не нарушаем ПДД. Не препятствуем движению автотранспорта и мирно участвуем в акции завтра в 9 вечера на сквере Кирова возле фонтана. Вот. Сотрудники были очень вежливы и вели себя вполне достойно. Правда, сначала загоняли какую-то канитель, что
моя машина чуть ли не в розыске, какую-то муть мне начали гнать. Но в конечном итоге все вот разъяснилось, прояснилось. Пытались заставить меня что-то там подписывать. Вот, я отказался. Вот. Ну, собственно, все. Всем удачи. Приходите завтра поддержать акцию протеста против повышения цен на топливо. Всем пока.